Предварительно установлено, что нарколабораторию на даче организовал 21-летний молодой человек. В мессенджере ему предложили заняться изготовлением запрещенных веществ. Злоумышленник согласился и начал производить мефедрон для последующего его распространения через онлайн-магазин в теневом сегменте интернета. В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали правонарушителя с поличным в нарколаборатории. В ходе осмотра жилища сотрудники полиции обнаружили и изъяли канистры с различными жидкостями, стеклянные колбы, химический реактор, магнитный перемешиватель, электронные весы и контейнер с веществом. Согласно заключению эксперта, в одной из изъятых канистр содержится наркотическое средство мефедрон массой около 500 граммов.